Друзья, вы на канале ЮА Ньюс. За подписку, лайк и комментарий будем рады. Но мы начинаем. Контрнаступление ВСУ продолжается на 4 участках фронта. Есть тактические успехи, передает Институт исследований войны. Украинские войска продвинулись на 1,2 километра в ходе продолжения наступательных операций под Бахмутом. Силы обороны также продолжили ограниченные контрнаступательные операции на западе Донецкой области, вблизи границы Донецкой и Запорожской областей, и достигли тактических успехов на этих направлениях. Вчера украинские воины также продолжили наземные атаки на западе Запорожской области. ВСУ нанесли ракетный удар по штабу, где в апреле проводил совещание Путин, передает СМИ. Как сообщают, речь идет о штабе группировки войск «Восток» Нацгвардии РФ на Арбатской стрелке в Херсонской области. Также в сети появились снимки приблизительного места прилетов на Арбатской стрелке, там, где находился штаб оккупационных войск Днепр. По информации, ракеты могли поразить штаб на территории базы отдыха «Бригантина» в селе Счастливцево в Геническом районе в 140 километрах от линии фронта. Именно его недавно посещал Путин. Также в этом ударе прослеживается четкий мессендж оккупантам. Командующий группировки Днепр генерал-полковник Олег Макаревич должен был отдать непосредственный приказ 205-й бригаде на то, чтобы взорвать Каховскую ГЭС. ВСУ вчера мощно отработали по оккупантам. За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава. 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделение ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях. Также стало известно, что за последние 2 суток украинские операции проводились в нескольких секторах Восточной и Южной Украины. Как говорится в отчете британской разведки, на некоторых участках ВСУ добились значительного успеха и прорвали первую линию российской обороны. При этом в аналитике разведки отметили, что действия российских оккупантов неоднозначны. Некоторые подразделения проводят маневренные оборонительные операции, в то время как другие в беспорядке покидают свои позиции. Также разведка отметила, что участились сообщения о потерях среди российских войск при отступлении из-за своих же минных полей. За минувшие сутки силы обороны около Бахмута продвинулись вперед на нескольких участках до 1400 метров. Как сообщил в эфире телемарафона спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, украинские войска наносят врагу удары, пользуясь моментом проведения ротации в рядах врага. Он добавил, что оккупанты пытаются выстроить свою оборону и параллельно пробовали контратаковать украинские позиции, однако все эти попытки потерпели неудачу. Тем временем в Конгресс США внесли резолюцию с требованием предоставить Украине атак МС. В документе указано, что преобладание России в дальнобойном оружии заставляет ВСУ бороться в гораздо более невыгодном положении. Если США не предоставят Украине все необходимое оружие, то будут способствовать затягиванию войны, заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майк Маккол. Украина на Вильнюсском саммите получит алгоритм вступления в НАТО. Как заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, на саммите в июле страны НАТО выйдут на определенный порядок нашего вступления, который будет зафиксирован. Он добавил, что несмотря на консенсусный механизм принятия решений и право вето стран-членов Альянса, я не думаю, что будут большие проблемы с принятием решения по Украине. Есть все признаки того, что Украина получит то, что хочет в определенном формате, подчеркнул Гаврилов. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обвинил Иран в поставке боеприпасов для России, передает Sky News. Это первое обвинение Лондона в сторону Тегерана. Клеверли заявил, что Иран постоянно снабжает Россию оружием и боеприпасами, которые используются для убийства мирных жителей в Украине. В то же время РФ поставляет Ирану современные военные технологии, финансовую поддержку и советы, которые режим может использовать для угроз нашим партнерам на Ближнем Востоке и подавления протестов. Тем временем стало известно, что ВСУ потеряли 2 «Леопард-2» и 13 «Брэдли» во время контрнаступления на запорожском направлении, передает Билд. По информации издания, это произошло в 3,5 километров к югу от села Малая Токмачка. Нужно понимать, что потери есть и будут, и это неминуемо. Главное – это жизни бойцов, а не техника. Судя по покидающим позиции рашистам, такие атаки приносят свои плоды. На видео тот самый бой глазами бойцов ВСУ. Смотрим.
Разворачивай! Бежайте, ребята! Давай, Бублик! 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 Давай, Душа!